Забирай все, что нужно, и сваливай отсюда. Ты дурак! Ты хотя бы под ноги будешь когда-то в жизни смотреть? Подарочки. Подарочки, мина, да, подарочки. На канале Капи ты сможешь найти кучу различных летсплеев по Майнкрафту, но что самое главное, здесь ты сможешь найти летсплей по Пиксельмону, поэтому заходи и подписывайся, ссылочка на него будет в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем начинать нашу новую рубрику, которая называется Тролль Квест. Да, ребята, всем привет! И смысл данной рубрики заключается в том, чтобы затроллить друг друга. У нас будет по 10 минут, чтобы мы включили нашу фантазию и также смогли придумать какие-то ловушки, постройки, чтобы в дальнейшем затроллить, в моем случае, Жеку, а Жека меня будет троллить. Поэтому посмотрим, что с этого получится. Ребята, эту карту мы строили сами, ни у кого мы ее не брали, поэтому, если вы тоже хотите на ней поиграть, то мы оставим ее в описании, если мы под каждым роликом наберем по 5000 лайков. Ребята, если вы не до конца поняли все правила, то не волнуйтесь, потому что сейчас вы все прекрасно поймете на протяжении всего видео, мы вам все объясним. Также напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение вот этой рубрики. А сейчас мы с Жекой будем начинать, да? Да, Жека, давай. Да, мы сейчас, ребята, еще разойдемся по разным конференциям в скайпе, то есть мы не будем слышать друг друга, и когда уже наша карта будет готова, мы с Эдисоном снова зайдем и будем разговаривать. 10 минут, не больше, только 10. Да, конечно. Все, давай, пока. Все, я закрываю шторки. Давай, я тоже захожу. Все, пока. Ну что, ребята, сейчас мы будем начинать. И давайте напишем Жеке 3, 2, 1, го. Так, у нас, ребята, есть 10 минут, чтобы что-то построить. Он меня сейчас не слышит, я его тоже сейчас не слышу, потому что мы по разным конфам. Я даже не знаю, что мне строить, хоть убейте, я ничего не понимаю, что мне сейчас нужно строить. А, ребята, ключевая задача этой новой рубрики даже мне пока не очень так ясна, я вам вот прямо вот так скажу. Почему? Потому что у нас есть ровно 10 минут, чтобы включить просто наше воображение и что-то построить хорошее, что-то прикольное, чтобы в конце концов затроллить друг друга. Или просто банально можно напихать где-то миллион ТНТ. А вот Жека придет, наступит на какую-то плиту и просто... и просто наступит ему жопой. Будет вот весь троллинг. Я, ребята, сам не представляю, что я сейчас делаю. Но сейчас мы посмотрим. Честно, вот как я сказал... Мы с Жекой договаривались, что мы скажем это в приветствии, но реально, ребята, если вам понравится вот эта рубрика, то мы с Жекой будем пилить ее как можно быстрее, поэтому напишите в комментарии, хотите ли вы увидеть продолжение, хотите ли вы, чтобы мы дальше продолжали играть вот в этот тролль-квест, потому что, мне кажется, это будет прикольно. Дальше что? Давайте у нас, знаете, что будет, ребята? Какая-то стеночка, допустим, сейчас, вот так, вот. Вот такая у нас тут стеночка будет. Я пока не представляю, что это такое. Вот, стеночка, да? Сейчас, давайте сделаем ее вот такое. Я пока сам не представляю, что это такое, ребята, сейчас будет, но сейчас мы что-то придумаем. И давайте, знаете, в чем троллинг сейчас будет заключаться? В чем сейчас будет заключаться троллинг? То, что мы сейчас тут напихаем раздатчики и вот эту... Сейчас, нить на полу, то есть, знаете, как будто они сейчас будут стрелами у него пулять, но на самом деле ничего не будет. На самом деле ничего не сработает, ничего не будет, и Жека просто напугается, мол, ох, сейчас мне тут будет какая-то попа, но на самом деле ничего не будет, ребята. Вот давайте мы сейчас так и сделаем. То есть, тут у нас будет проход дальше. Вот, тут у нас будет проход вот сюда. А тут у нас будут раздатчики. Вот, диспенсер, как это называется? Диспенсер, вот. Тут у нас будут вот такие раздатчики, да? Вот так, потом так. Жека такой, опа, что-то тут не ладно. А на самом деле тут ничего не будет. То есть, обычный троллинг, да? А как эта фигнюшка называется? Вот, и нить, вот. Давайте, один, два. Вот смотрите. Он тут как бы клацнет, да, но ничего не произойдет. Во. А если вот так, что произойдет? Ага, вот что произойдет. Так, давайте, ребята, сделаем. Жека, наверное, увидел то, что мне в чате что-то написало.
Поэтому давайте мы сделаем вот так. Вот так. И когда он зайдет, тут фейерверк будет. Так. Вот тут более-менее уже все продумано. А в конце, знаете, что, наверное, давайте сделаем? Давайте в конце сделаем, что ему на башку свалится наковальня. Я правда не знаю пока, как это сделать. Но сейчас мы что-то придумаем. Пока вообще не представляю, как. Но сейчас у нас что-то будет. Ах, зараза, он за мной может сейчас там наблюдать. Где он? Смотрите, что-то там-то строит, какие-то деревья там. Ну ладно, это будет нечестно, если я за ним сейчас буду наблюдать. Это будет нечестно. Поэтому пускай женек там себе строит. Что угодно, что ему там в голову только взбредет. Сейчас. А мне главное что-то в этой комнате сейчас сделать. Вот, сделаем новогоднюю обстановочку. Вот так. Я скажу, Жека, ты заметил то, что у тебя тут праздник, как бы, вот, свет, вот, всякое такое. Ребята, нужно поставить какие-то мины. Если я, допустим, сюда как-то смогу мину поставить. Но если поставлю сюда мину, то тут, в принципе, все взорвется. Ага, ну, не знаю, шуточка это не шуточка, но, типа, если он сюда зайдет, то обратно он уже не выйдет. То есть обратно он уже никак не выйдет, разве что подпрыгнет. Но если я сюда поставлю вот так, то обратно то он уже никак не сможет выйти. Ладно, ладно, пускай будет вот так. А тут что? А тут что бы нам поставить? Потом что-то сейчас тут начудить, ребята, знаете? То есть открывающие и закрывающие двери. Чтобы, ну, он что-то тут делал, сам пока не знаю что. Чтобы что-то было тут непонятное, знаете? Типа вот так, потом вот так как-то. Вот. Чтобы он выход нашел. Вот в чем прикол. Чтобы он выход нашел. Вот, как-то так, если честно, сам тут потерялся. Сам не понимаю, что тут происходит. Но типа вот так, да. Обратно он уже выйти 100% не сможет. Вот в чем прикол. Обратно он уже точно не выйдет. Но нам нужно придумать, что будет вот тут выше. Так, ребята, я что-то строю, пока у меня что-то там получается. Но не очень, пока не очень. Но. Знаете, что я ему сделаю? Тут у него будет выход. То есть он сможет отсюда выйти и найти что-то в этой комнате. Да, допустим, пойти туда. Но я ему предоставлю выбор. Он или сможет выстрелить в кнопочки, а одна из этих кнопочек ему на башку, короче, свалится ТНТ. Нужно запомнить координаты. Вот смотрите, ТП-3-71-42. Вот такие у нас будут координаты. Вот такие. И нам нужно сделать set-block anvil, чтобы у него... А ну сейчас. Give, если тут Minecraft, command-block. Вот. Командный блок. Сейчас. И на башку ему, вот допустим, у нас кнопочка будет где-то... Вот где-то вот тут, да? Допустим, вот будет кнопочка. Вот так будет кнопочка. Вот. А, и поставим ее вот... Сейчас, где кнопочка? Вот. Сюда будет, тут одна, тут одна, тут, и, допустим, вот тут, да? Вот, если он попадет вот сюда... Бум! Зашибись. А тут у нас будет написано, вот, допустим, вот тут, да? Я правильно поставил? Да, правильно. Тут у нас будет написано Say Джека Лох. Вот так, троллинг. Вот это настоящий. Так, ребята, смотри, что я придумал. Когда мы откроем вот этот сундучок, то у него за спиной заспавнится зомби. Надеюсь, то, что он хотя бы немного напугается. Но основная задача у него будет это скрафтить верстачок. И стрелы. Стрелы у него будут, вот тут. Вот, тут у него будут стрелы, да. А потом верстачок. Нужно ему будет самому скрафтить, поэтому, допустим, тут у него будет 1, 2, 3, 4, вот так. Потом. Тут у него будут палочки, да? Тут у него будут палочки и нити. То есть, вы, в принципе, все поняли. Когда он откроет вот этот сундук, то тут у него заспанятся зомби. Надеюсь, он попадется на вот эту ловушечку. Так, ну, в принципе, ребята, все, я построил, но... Не скажу, что это дом, но ловушка тут все же есть какая-то. Поэтому, ребята, сейчас посмотрим, попадется ли Жека на нее или нет. Ну что, Жека, ты готов? Я достроил уже. Я тоже все достроил, у меня все готово, и я хочу вначале тебя к себе пригласить. Ну, я давай, буду улетать в геймоде 3, чтобы это... Ну, ты, давай ты меня встречай на центре, в лобби, я еще приду. Ну, я типа вот тут уже, да. А, ну, пошли. Так. Я включаю геймод 3, да?
Да, мне нужно выключить, да, гейммод? А, да, ты выключай гейммод. Вот, собственно, проходи вперед, да, проходи вперед, я буду тобой тебя контролировать, давай. Ладно, потом ты ко мне, надеюсь, что все будет нормально. Так, пошли. Так, открывай шторки, да, открывай. А, собственно, вот, давай, твои действия, Эдуардо. Ой, так, ну... Суть, чтобы я не попался на троллинг, да, как я понимаю? Да, 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 да. Так, ну, я вижу то, что тут есть домик, я вижу какую-то лестницу на дерево. Чё-то я боюсь туда, если честно, залезать. Я тебе так немножко подскажу, лучше бы ты изначально зашёл в дом. Да, вначале лучше зайти в дом. Да, зайди в дом. А мне просто интересно, что тут такое. Не, ты лучше в дом зайди. Я серьезно говорю, зайди в дом. Ладно, ладно. А он меня троллит, че? Ну, не по плану, нет, все нормально, давай. Ага, это троллинг, то, что это не троллинг, да? То есть там есть троллинг, а я туда не пойду. А короче, ты меня запутал, ладно. Все, иди в дом, не переживай, все хорошо. Давай. Вот видишь, домик тут, можно зайти. Это Миша, нажми на него. Не хочу я никакого Мишу! Вот, смотри, собственно, это Миша, да. Если ты это прочитаешь, то ты затроллен. Неправда, ничего там не... Всё затроллен, всё, Миша выполнил. Ничего не затроллен. Так, зеркало. Что я тут увижу, может, какие-то секреты в зеркале? Наверху. Посмотри, прочитай. Не, над зеркалом. Тут дебил, ах ты паскуда! Да, я хочу взорвать себя, нельзя никак. Тут дебил! Так, это Миша. Но Миша мне плохого точно ничего не сделает, поэтому все нормально. Так, тут ничего, тут тоже ничего, открой меня. Не хочу я что-то это все открывать. Да открой, да что ты? Да там ничего нет, там подарки лежат в сундуке, подарки. Ага. Давай. Ага, да, прыгай. Сам прыгай, не хочу я туда прыгать. Все, пошел в жопу. Ага. Так, я смогу тут вылезти? Смогу, если что, смогу. Так, ну давай, да. Так, смогу, нужно все проверять. Так, что за писюны? Тут... Так, залезь на деревья. Ага, ты затролль назад, тут ничего нет. Ну, писюны какие-то есть, я засломаю. Посмотри. Так, нет, ладно. Так, ага, хорошо. Я же говорил, сразу нужно на деревья залезать. Не нужно. А где, кстати... Я тебя затроллил. А где дверь? Чё, где дверь? Ладно. Я же говорил, нужно было не деревья. Тут троллинга 100% нету. Ну да. Может. Так, я вижу какого-то НПСа. Какого НПС? Там нет никакого НПС, ты ничего не видишь. Вот, я вижу, ха-ха-ха-ха-ха-ха, и чё-то там... Так, давай. Ну, черт, ты видишь? Нет. Ты не должен это видеть. А может, я тут какие-то секретики еще найду, а? Может, что-то ты тут забыл сделать? Так. Все, я прошел твою карту, все, я на самом верху. Не, ты не прошел. Лезь в пещеру. Что-то я не хочу. А какую пещеру? Тут нет никакой пещеры. Ищи. А, еще что? Так, ладно. Лезь в пещеру. Так, хорошо. Ну, в принципе, пока что ты довольно-таки неплохо проходишь испытание. Неплохо. Неплохо? Ты так думаешь? Я думал, что ты сдохнешь в самом начале. Да. Так, это что тут такое, а? Я только сейчас заметил, что это такое. Да неважно, ты проходи мимо. Пещера, значит. Вот пещера, да? Да. Типа на посторожней. Ага. Офигеть, посторожней. Ты тут смотри, сколько плит наложил. Как я посторожней? Ты прочитай еще таблички, прочитай. Сможешь их прочитать? Беги сюда. Что-то Жека тебе не получилось меня затроллить, да? Да? Твою-то мать, ты все поломал! Короче, ладно, ребята, я хоть это первая серия, поэтому мне получилось. Я так и знал, что нужно больше TNT ставить. Я думал, ты будешь меня слушать и побежишь вперед. А если ты побежал вперед, то смотри, ты иди ко мне. Ты бы сюда упал. Я бы в лаву, да, упал? Нет, ты бы не упал не в лаву, ты пролетел мимо лавы, а потом пролетел бы вот сюда. Ты тоже все залило, поэтому ты ничего не видишь. А, то есть я бы наверх смотрел, и у меня бы лава, да, там... Ну, я понял. Ну, ладно. Меня, мне кажется, будет хуже, чем у тебя, потому что я там вообще ничего не придумал. Поэтому сейчас твоя очередь, Джек. Ой, ладно, хорошо. Ну, блин, я... Всё, блом. Понимаешь? А если бы ты упал где там, где сундук, помнишь, который с этой слабушкой? Да. Ты бы тоже не умер, там дальше еще был бы сюжет. А, то есть я до самого конца, да, прошел? Да. Ага, ясно. Ну, давай, Джека, давай, сейчас ты. Так, ну, ладно, я, в принципе, готов, я пошел. Да, я боюсь, потому что у меня там такая дичь, Жека.
Ладно, давай. Ну, ладно, чё? Ладно. У меня просто идет домик стоит и все, больше ничего. Ничего особенного. Да, конечно. Я уверен, что что-то под снегом. Что-то да под ничего снегом. Нет! Чё, я точно знаю, что это просто так. Ой, так, ладно, допустим, я ничего не нажимал, так я вначале посмотрю, что вокруг. Да не надо! Не-не-не-не-не-не, ничего не надо так, смотреть. Какие-то непонятные шерсти. Ничего не так, надо. Так я ломать ничего не могу, да? Ой. Сейчас, Жека. Сейчас. Все, давай. Давай, все, так я забью. А! Так. Я не взорвусь тут. Что у нас тут такое? А вот такое, ломать нельзя ничего. А чё ты перепрыгнул-то, а? Не, да, дожми ты сюда, тут троллинга никакого нет. Тут, я отвечаю, тут поздравления с Новым годом. Я ж тебе сказал поздравления. Так, это что, это какой-то лабиринт? Это вот, я не знаю. О, а что это такое? А вот нет. Я не хочу, чтобы меня закрывало. Так, все, я прошел, нормально. А может тебе назад нужно? Я не знаю, просто, может ты тут что-то пропустил? Да не. Да ты тут пропустил, Жека, мне кажется, ты пропустил. Что я там пропустил? Все, не можешь выйти. Нет, я справлюсь. Не, ладно. Ну давай! Все. Не получится. Так, ты читай все, Жека, ты читай все, что написано, как бы. Нужен лук. Я не буду, это не какие-то не это страшные что-то. Ой. В смысле, да? Ой! Мама, дорогая, помогите! Уберите его! Лук! Забирай все, что нужно, и сваливай отсюда! Что это так? Ты дурак! Ты хотя бы под ноги будешь когда-то в жизни смотреть? Подарочки, мина, да, подарочки. Ладно, ты попался на самую конченую ловушку. Ладно, а там что-то еще было, да? Ты пыхнись ко мне. Вот смотри, ты бы стал сюда, у тебя был бы лук. Тебе бы нужно было стрелять по кнопочкам. Ага, попал бы по кнопочкам. Ну, смотри. Попал бы ты по этой кнопочке вот сюда. Ага. И смотри, что с тобой произошло. Ой! Так что, можно сказать, ты выбрал легкую смерть через мины. Ой! Ну, такое. Напугался, значит, зомби и побежал через мины, да? Да блин, я думал, это подарочки, там какая-то зеленая с белой фигня была. Да, ну мина подарок, взорвала твою жопу и все нормально. Так, ну вот. Ребят, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Давай, Жека, полетим на наш спаун. Тут крейпер взрывается, все, убегаю. Полетели наши места, я на свой стульчик сел, ты на свой садись. Да, я на свой сам сел. В принципе, ребята, как мы уже сказали на начале серии, набираем 5000 лайков, и мы выпускаем ссылочку на вот эту карту в описании, вы также сможете поиграть на этой карте со своими друзьями. Вы знаете, что он натворил? Он меня только что затроллил, где я? Меня нету тут. Я не понял, нет! А ты пошел в воду отсюда. Ах, зараза! Ладно, Жека, давай, будем прощаться. Что еще можешь сказать? Я могу сказать трололо. Трололо, я могу тоже сказать трололо. Троллите друг друга и... Троллите, как... Близких, да, и всем пока. Всем пока, да.